крупнейшие российские компании, такие как Яндекс, Мэл.ру, Афиша, ВКонтакте, Коммерсант, Кинопоиск, Ведомости, Чемпионат, многие-многие другие сделали прекрасные свои официальные приложения, которые будут высоко популярны среди наших пользователей. Таких приложений стало уже очень много, и сегодня в нашем магазине более 120 тысяч. Каждый день выходит новое приложение, вы можете легко находить интересные новинки, просто открываем магазин. Кроме того, Windows 8 есть удобная навигация по различным рубрикам, вы можете отобрать лучшие бесплатных приложений, лучшие бесплатных, посмотреть на лучшие оценки среди пользователей в мире, посмотреть последние новинки. Также мы сделали специальный набор коллекции для того, чтобы найти полезные приложения на конкретные случаи жизни, например, связанные с погодой, с чтением языка, с покупками, с выходными, с учением своей страны, с путешествиями и так далее. В каждой такой категории есть приложения, специально обновленные в магазине, которые будут полезны именно в этом конкретном случае. Что касается наших собственных приложений, каждый Windows 8 смартфон входит в комплект Microsoft Office, обновленный, очень интересный. Презентация в PowerPoint, текстовые документы Microsoft Word, электронные таблицы Excel, заметки в OneNote – все это доступно непосредственно на вашем смартфоне. Если действительно полноценный офис, я могу открыть конкретную презентацию в PowerPoint, посмотреть анимации, как у меня выглядит слайд, чтобы я подготовился перед выступлением, отметить какие-то изменения, сделать заметки, отправить ее друзьям или коллегам по почте или отправить почту на хранение в SkyDrive. Таким образом, с Windows Phone 8 мобильный офис всегда с вами. Но это еще не все. Внимательно изучаем российские реалии, смотрим на то, как мы можем лучше использовать Windows Phone в России. И поэтому Windows Phone 8 мы добавили новую функцию – это голосовой поиск. Словом, голосовой поиск вы можете сделать простую операцию, вы просто берете новый смартфон, нажимаете его на Windows, и у вас открывается диалог с прекрасным женским русским голосом, которому можете сказать на плюс календарь, звонить, писать сообщения или какие-то другие вопросы, которые также доступны сторонним разработчикам. Кроме того, в каждом Windows смартфоне, который продается в России, в странах СНГ, строит поиск Яндекс. Теперь вы всегда сможете найти нужную вам информацию и ответить на любые интересные и очень странные вопросы, которые будут задавать вам ваши друзья или коллеги. При этом Яндекс учитывает меня на местоположение, если я могу соответствовать вашим вопросам. И таким образом я могу задать конкретный запрос и непосредственно здесь мы видим, что Яндекс понимает, где я нахожусь, рекомендует именно те кафе, которые могут быть интересны и за которые я могу дойти быстро и не очень через урок, чтобы очень поесть.